Добрый день всем, меня зовут Роман, я являюсь представителем проекта «Амбассадор» компании WebToken Profit. Сегодня мы с вами познакомимся с одним из участников данного проекта, Сергеем. Сергей, здравствуйте, расскажите о себе, откуда вы? Всем привет, и меня зовут Сергей, я из города Набережные Челны, это Республика Татарстан, Россия, родина КамАЗа, нашей боевой машины. Вот. Город, населенность где-то 500-600 тысяч. Как ваша погода сегодня там? Ну, у нас погода пасмурная, но на душе хорошая. У погоды нет плохой погоды. Ясно. Сергей, расскажите, давно работаете вообще в интернете? Интересно это, неинтересно? Ну, вообще, я пришел из традиционного бизнеса, у нас было турагентство, потом была языковая школа, были перевозки междугородние, и потом пошли параллельно с традиционным бизнесом пошли инвестиционные проекты, и параллельно еще Форекс. Вот такая гремучая смесь привела меня к тому, что мы улетели в минус 1 200 000 где-то долгов. Вот. Но это я не с негативом, это ну, просто вот такая комбинация на тот момент у нас сложилась. И при том, что у меня остался позитивный след как к традиционному бизнесу, так и к инвестиционным проектам, возможностью зарабатывать деньги как на пассиве, так и быть активным участником различных сообществ. Если мы говорим про WebToken Profit, то мое знакомство с ним произошло 5 мая. То есть 5 августа у нас, получается, будет 3 месяца. Какие у меня будет маленький юбилей. И поздравляю. За этот период ну, произошли вообще кардинальные изменения в плане и финансового, и личностного. И образовалась большая команда, мы чуть-чуть позже про это поговорим. Огромное спасибо человеку, который поделился со мной информацией о данном сообществе. Для меня было... Я познакомился с WebToken Profit через проект CryptoAccelerator, и я когда увидел вот эту открытость системы, прозрачность, все понятно, то есть возможность анализировать, где есть биржа, где, ну... Когда ты прошел вот этот, ну, скромный проект, это был как глоток свежего воздуха. Когда ты видишь, что цель не просто сделать администратор, чтобы остался с деньгами, а действительно, чтобы развивалось сообщество, чтобы оно двигалось, чтобы это были большие команды, и чтобы заработали люди. Вот как, забегая вперед, скажу, я еще не видел проектов, где бы за такой короткий промежуток времени стало очень много состоятельных людей, и их стало много. Не один кто-то там, когда говорим, вот есть там Иван Петрович, он у нас топ-лидер с чеком огромным. А действительно, за 2-3 месяца люди вышли на колоссальный большой чек. Но у каждого из нас есть, да, есть все равно определенный опыт. Неважно, это традиционный какой-то бизнес или бизнес, в общем-то, в интернете. И у каждого из нас есть свои определенные цели и задачи, которые мы хотим достичь. Какие цели есть в компании? Ну, у вас именно у вас какие цели? Если мы говорим сейчас про мои личные, да, если мы говорим про личные цели, то самое первое было, это говорю, я пришел с долгами, задача была эти долги просто раздать и раздать в максимально короткий промежуток времени. Надо еще не забывать, что мы попали в такой период, как коронавирус, когда, в принципе, деньги в нашем городе очень тяжело заработать. Это не то, что я сейчас тучи сгущаю для красивого словца, но кто проходил, это знает, то, что у нас моногород, это КамАЗ, и все вокруг него, что связано. Если начинается вот монопредприятие встает, все остальное также вместе с ним аккуратно встает тоже. Поэтому задача была заработать денег. И используя инструмент CryptoAccelerator. Я вначале только его увидел, то есть вот так вот смотрел. Все, других проектов сообщества я не видел. И потребовалось около 1,5-2 месяца где-то, чтобы эту задачу закрыть. Это была первая задача. Вторая задача была купить маме квартиру. То есть для меня это был важный момент, потому что собственного жилья не было. И на сегодня этот вопрос решен процентов на 70. В плане того, что
Сейчас выбираем апартаменты, как раз пока это все выборка идет, как раз и 100% на недвижимость будет накоплено. Я думаю, к концу месяца мы эту планку закроем. Вот. Это из ближайших целей. Если мы говорим про перспективные цели, то задача уже построить большую команду, которая бы работала не только там, на Бежный Челны, Казань, то есть Республики Татарстан, а действительно это была большая крупная команда лидеров, которая работала бы на всю Россию. При том, что на сегодня есть партнеры и из Германии, и из США. То есть мы аккуратно развиваем географию. Я понимаю, что на сегодня еще такой объем маленькой работы проделан. Перед нами огромные горизонты, огромные просторы. И хочется занять свое место под солнцем. Ну вот вообще, как вы и сказали, на сегодня очень актуальна действительно вся эта тема работы именно в интернете, да, потому что очень многие люди сегодня, ну, столкнулись с ситуацией, когда они ограничены в зарабатывании именно каких-то денежных средств, в том числе для своей жизни, да. И именно компания WebToken Profit дает эту возможность, потому что у компании очень много проектов различных, очень интересных различных проектов, которые приносят прибыль действительно участникам этого проекта. И каждый из нас ставит определенные, в общем-то, свои цели, да, и задачи, которые мы хотим достичь. Понятно, что мы люди, у каждого из нас есть свои цели, которые мы хотим, тем не менее, достичь. И когда люди видят как раз вот эти вот проекты, которые есть в компании, да, WebToken Profit, и когда они узнают как бы всю суть данных проектов, им становится интересно. Вы сказали, что у вас есть своя команда, большая команда, какая команда? Расскажите о своей команде. В зависимости от проекта, то есть уже на сегодня это не один проект у сообщества, от 1200 до 2500. Вот варьируется. Просто кому-то, допустим, интересна инвестиционная площадка, кому-то интересен майнинг и добыча монет век. Сейчас будет автомобильная программа, кому-то там. Просто, ну, и команда варьируется в зависимости от личных интересов. Но вообще команда построилась очень интересным образом. Я никогда не считал, что я там суперсетевик или вот я сейчас человек, который построит большие структуры. Но я пошел по одному главному принципу. Я работал через продукт. То есть я сам сделал результат на пассиве. То есть важно понимать, что в сообществе могут зарабатывать все. И как пассивный инвестор, и как активный участник сообщества. Я зашел просто как пассивный инвестор, назовем так. И получив результат, я этим результатом делился просто. Я не работал по классике там, жанра звонок, список, встреча. То есть просто делился с людьми информацией. Но система открыта, и она прозрачна. Все можно просчитать. Люди, видя это, они так же, как и я, такие, о, круто, надо попробовать. Нам интересно, давай сядем, разберемся. И за первые 3 недели команда выросла в районе 700 человек. Потом же вторая половина, она уже потихонечку дорастала. То есть, ну, большая работа была проделана. И как в знак благодарности, вот команда буквально 3 дня назад, она мне оплатила поездку на море, жилье, самолет. То есть ребята очень хорошо заработали, это было супер приятно, когда такое отношение в коллективе. И ребята видели, что я просто очень много работаю, типа, ну давай уже отдохни немножко, устрой себе каникулы. Вот 6 дней на море, хотя финансово я могу себе это сам позволить сейчас, но когда это в качестве благодарности, это кардинально по-другому тебя заряжает и настраивает на работу, и чтобы ты отдавался так же команде. Ну, на самом деле, да, соглашусь с этим тоже, потому что когда ты видишь, как люди работают, да, то есть они смотрят на твой результат, в общем-то, как правило, всегда, да, и когда ты людей знакомишь с этими проектами, показываешь свой результат, результат своего успеха, это как зажигалка, как какой-то огонь становится для людей, им также становится интересно. Понятно, что в компании очень много различных проектов, которые могут быть интересны тем или иным людям, да, и лично для меня, например, да, интересно то, что каждый из проектов, которые есть в сообществе, он дает определенные перспективы, да, для человека. То есть, и вот мне интересно также вот ваше мнение, например,
как, почему вы думаете, или как вы думаете вообще, почему сообщество WebToken Profit является перспективным для людей, для вас лично? Ну, вообще, еще раз повторю, я говорил это в начале, я не встречал, что за такой короткий промежуток времени очень много активных участников выходили на серьезные чеки, быстро строилась команда, шел активный рост. Всегда, если проект интересный, идет быстрый активный рост. Это, ну, это из практики понятно. А почему перспективные? Я считаю, что сообщество WebToken Profit – это колоссальные возможности. Просто вот для закрытия своих целей и задач. И я тому пример. Если человек хочет, он старается, он может это сделать с командой, без команды. С командой может чуть быстрее он это сделать, без команды чуть медленнее, но однозначно он к этому придет. И люди ждали, я считаю, что люди ждали подобное сообщество, где цели у руководства не устроить очередной скам или устроить очередной, ну, баблосбор, назовем это так. И многие уже это убедились. Люди, ты когда людям это говоришь, они говорят, ну это все слова. Я учу всех своих партнеров, чтобы они ориентировались на действия. Видели, что делает руководство, какие шаги принимает руководство, и анализировали сами. Не просто «я верю, потому что я верю», да? А «я верю, основываясь на что-то», вот основываясь на эти действия. И благодаря того, что это все-таки мир еще криптовалюты, которая все более идет в тренде и принимает определенное развитие, плюс соединено с проектами, то, что она нужна для чего-то. Не просто создали что-то спекулятивное, пошло в гору, заработали, пошло вниз, кто успел, как выпрыгнул с паровоза, заработал. То есть, естественно, органический спрос на актив, который является платежным инструментом. То есть, и все, вот этот синтез актуальной темы, просчитанных, продуманных проектов и MLM-системы, вот я думаю, что это огромный локомотив, где мы еще, вот если взять там 100% и 3-5% не реализовали того, что будет реализовано, и работа не початый край, и каждый может стать активным участником, выйти на большие чеки. Мы сейчас ставим перед собой задачу всех активных своих партнеров вывести на чеки $10,000-15,000 в месяц. Реально это работы на 3-4 месяца активной в сообществе. Вот поэтому я думаю, что у нас будет все хорошо. Ну вот тот успех, который есть сегодня у людей, в общем-то, да, и тот успех, который есть сегодня у сообщества, как бы он есть благодаря тому, что само сообщество является открытым и доступным. Да, у нас ведь сегодня очень много различных чатов, групп, каналов и так далее. То есть настолько много вот этих различных медийных инструментов, когда человек, даже новичок, который приходит в сообщество, да, или в чью-то команду, он всегда знает о том, что ему могут помочь. Он может обратиться к представителю своей команды, он может обратиться просто в чат, да, если что-то непонятно, всегда помогут и объяснят. И один из таких ключевых, наверное, как бы моментов, почему интересен этот проект Амбассадор, тем, что он дает возможность именно обучения, да, вот как вы думаете, почему как бы вам, ну, почему вам именно интересно стать именно представителем сообщества, представителем, быть амбассадором именно в своем регионе? Ну, самое первое, это то, что я могу людьми поделиться своим личным результатом. Я учу всех партнеров работать через продукт, это самое главное. Мы не можем рассказывать людям о том, какой он крутой, при этом сам им не пользуюсь. Либо, когда мы говорим, ребята, все, здесь можно работать с крупными депозитами, а у тебя на счете $50, да? Но вот этот диссонанс мы должны как минимум убрать. Первый момент, почему у людей не получается? Я задавал себе вопрос, и смотря на команду. Первое, самое главное, базовое, люди не разобрались в системе. Люди не понимают, как она устроена. И вот без этого фундамента дальше очень тяжело двигаться. И задача, в первую очередь, даже за 3 месяца работы я могу прямо сказать, что не все в моей команде это понимают. Да, ну, если мы говорим на первый, второй, третий круг и дальше в глубину. И задача это донести.
То же самое, когда новичок приходит, ему важно понять, как это устроено. Просто разобраться. Его никто не говорит там, давай, давай, лишь бы неси свои денежки. Приди, возьми там минимальный пакет WebToken Profit за $30 и посмотри, как устроено. Разберись на системе, попробуй, переводи, изучи. Это твои деньги, это твои инвестиции, это твои возможности потратить на это время. Потратить 3-4 часа. И вот задача, в первую очередь, людей, которые будут к нам обращаться, которым важно, чтобы они эту информацию получили, вот я хочу быть тем человеком, который эту информацию до них донесет и покажет, как это можно сделать. При том, что результаты у людей, которые включаются, колоссальны. И они не единичны. И все примеры на виду, ведь все их видят. Большинство из людей с хорошим чеком, они публичные. Поэтому сама программа «Амбассадор», давайте так скажу, я бы ее все равно делал, даже не участвуя в этой программе. Но просто для меня это важно. Для меня важно, чтобы у людей вот в моем регионе была возможность встретиться. Чтобы в моем регионе была возможность собраться и провести встречу, провести презентацию, либо провести обучение, либо просто коннект, поделиться опытом. Это очень важно, если мы говорим про мировое сообщество, которое проходит этап становления. И когда на сегодня я считаю, что там, допустим, кто-то думает, что 1200 или там 2000 человек – это большая команда. Ты считаешь, что на тот продукт, на те возможности, которые открыты, это очень маленькая команда. От слова «очень». Когда для меня там 20-30 тысяч партнеров, вот это уже будет считаться, что я себе галочку поставлю, что действительно мною проделана большая работа. Но для этого нужно опять вернуться к истории того, что люди должны понимать базовые принципы, люди должны пройти период становления и обучения, период разбора. И я в их лице буду учителем, какой-то такой, ну, проводником. Вот это будет более такое правильное, наверное, слово здесь. Но сегодня вообще сообщество WebToken Profit, конечно, делает большой акцент на обучение, да, своих участников, своих партнеров именно различным проектам и так далее, в общем-то, потому что сегодня сообщество, оно растет очень большими темпами. Мы международное сообщество, у нас очень много партнеров из разных стран, из разных регионов, да, людей, которые говорят на различных языках, и сегодня ну, сообщество WebToken Profit, конечно, делает максимальное, прикладывает максимальное усилие для того, чтобы обучать и помогать, в общем-то, людям и своим партнерам. И вот, как и многим, например, так и мне, например, да, интересно ваше мнение, например, почему вы думаете, что проект «Амбассадор» компании WebToken Profit, он все-таки будет полезен именно для самих участников данного сообщества? Ну, опять же, если программа «Амбассадор» будет доносить базовые принципы просто для людей, понимание системы, это как фундамент, на котором люди дальше, как не фундамент, как трамплин, после которого люди начинают взлетать. И для многих этого не будет. Когда человек понимает, как вообще устроено, происходит, он может просчитывать, анализировать, смотреть, считать на 2-3 шага вперед. А сообщество «Токен Профит» позволяет это просчитывать. Мы хорошо зарабатывали на росте курса века, понимая, когда он должен расти более высокими темпами. Ну, то есть, это просто пример, как, имея возможность анализировать, понимая, как система устроена, какими механизмами происходит движение, тогда ты сможешь на 2-3 шага вперед, конечно, делать анализ и на этом дополнительно еще зарабатывать. Если возвращаясь к тому, что проект «Амбассадор», он нужный, это самое главное, да, почему? Потому что он нужен, он перспективный, и самое главное, все-таки для нас важно это люди, самое главное. Вот это понимаешь, когда выходишь на определенный там заработок, когда ты, в принципе, уже у тебя фокус денег смещается, и ты понимаешь, что вот люди, команда, какие-то люди, какое качество людей, как приятно смотреть, когда твои партнеры там проводят встречу, и ты видишь, насколько они выросли, насколько они это классно говорят, когда ты смотришь на них и думаешь, я не говорю, да? И это очень здорово. И в плане обучения, то, что компания смещает вектор в эту сторону, а 21 числа было мероприятие с Искаком Петасевичем,
с очень известным бизнес-тренером, что показало вообще отношение компании к данному вопросу. И я рад, что и дальше будут действительно интересные люди приходить в компанию и делиться своим опытом. Поэтому я думаю, у нас будет все очень здорово, и дай бог, быстрее бы он запустился. Вот моя единственная просьба. Ну, у сообщества Webtech Nonprofit на самом деле действительно очень много проектов, очень перспективных проектов, над которыми мы работаем, в общем-то, да, и именно проекты по обучению, они также стоят на, я бы сказал, первом, наверное, месте, потому что люди действительно важны, люди должны получать информацию, понимать ее, и именно получение правильной информации, использование данной информации, когда ты научен, да, приведет тебя к реальному успеху уже. Поэтому спасибо вам сегодня за вашу беседу. Спасибо вам, друзья, за то, что вы нас сегодня послушали. Сегодня у нас в гостях был Сергей. Сергей, спасибо еще раз вам за ваше мнение, за ваши предложения, которые вы сегодня высказали. И я думаю, что мы еще с вами увидимся. Да, обязательно. Роман, вам тоже большое спасибо. Ребята, все, кто будет смотреть, обязательно уделите время и разберитесь в системе. Это позволит вам выйти на колоссально другие возможности и колоссально другие доходы. Вы сами будете удивлены, приятно, как когда-то был я приятно удивлен. Все, большое спасибо, ребята. Друзья, всем успехов. До свидания.